Машина вечно грязная, так она же работает. И в салоне вечно грязно, так она же работает. В прицепе можно возить, не переживайте, прицеп тоже полный. Кролямбы, встречайте меня. Везу вам радость. И не только кролямбы, бычата и телочки. У вас что, зима еще? А у нас, судя по дорогам, давно уже весна. Гаврюндель, ты как, справляешься? Подмога не нужна? Говорит, сами справимся. А вот это кролямбов добрались. Морковку они любят. Хотел вам крольчат показать, они опять скрылись. Ну а это недельный запас веток. Сразу наломал, чтобы 100 раз не ходить. А я на рыбалочку. Живцов на кружки надо наловить. Будем ловить кукурузу на червя. Первая есть. Поклевка, и щука оборвала леску с крючками. Печально, и все на моих глазах. К вечеру управились, починили удочку и снова пришли. Клюет. Это был карась. Не отвлекаемся и ловим живцов. А здесь у нас клюнул большой сазанчик. А я возьму его и отпущу сегодня. Настроение у меня хорошее. Готовим мясо в горшочках. Лук, морковку обжариваем. Мясо накладываем. Чуть посолим. Картохой заполняем. Картоху тоже немного посолим. Морковку с луком накладываем. Специи кидаете по желанию. Кину немного перца горошком. Для аромата немного сушеных грибов белых. Ну и сыр мы засыпаем. Накрываем и в духовку на час убираем. Достаем и наслаждаемся. Сегодня решил сходить на охоту. В одном месте приметил уток. Крадусь уже, наверное, 10 минут. Крался я, а они в другом краю озера. Придется обходить. Ну как обходить? Через лес лезть. Грузди растут. В лесу тишина и спокойствие. Даже если ничего не подстрелю, ничего страшного. Хотя шулюмчик-то охота. Налетала целая стая. 2 выстрела, 3 утки. Только вот проблема. Комбез-то я с тобой не взял. Придется раскиваться. Вот первое. Крают на той стороне. Ноги-то отмерзли. Знаете, как холодно. Аж мукцу сводит. Ночь-то заморозки. Вторую нашел. А вот с третьей проблема. 10 минут уже ищу. Была здесь, пока добежал. Куда-то делась. К сожалению, 3-ю утку я так и не нашел. 2 утки, но шлем маловато будет, нужно еще.